Санитарный месячник начинается в Уральске. Ежегодное мероприятие стартует 8 октября и за время его проведения планируют организовать 4 субботника. К участию в наведении порядка в родном городе приглашают всех уральцев. Мероприятие по уборке Уральска продлится с 8 по 28 октября. По плану организуют 4 субботника. Во время уборочных работ планируют не только ликвидировать мусор с улиц и дворов областного центра, но и обновить скверы и парки. Акимат призывает принять участие в этих мероприятиях всех уральцев. К слову, уже определены территории, которые наиболее всего нуждаются в уборке и благоустройстве. Мы активно привлекаем студентов к субботникам. Во время их проведения будут охвачены как центральные улицы города, так и внутриквартальные. Акимат Уральска обеспечит желающих принять участие в субботниках всем необходимым. Это перчатки, ведра и так далее. Для студентов выделен автобус для того, чтобы довозить их до места проведения субботника. Субботники пройдут не только на территории города, но и в близлежащих частных секторах. Сам результат уборки проконтролируют члены мониторинговых групп, созданных при акимате Уральска. В настоящее время город уже условно разбили на 20 зон. Во время санитарного месячника мы будем высаживать по 3 новых саженца взамен каждого срубленного дерева. Всего планируется около 300 саженцев. Особое внимание будет уделено микрорайону Арман поселка Защиганск. Ожидается, что уральцы примут активное участие в наведении чистоты в родном городе, а также в его озеленении, причем начиная со своего двора. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.